Строить нужно, но строить негде. Первоочередная проблема для всей строительной сферы, с которой и начали заседание Краевого профильного союза. Ежегодно в Барнауле вводят 250-300 тысяч квадратных метров жилья, а потребность 450 тысяч. Когда нет земли и нет понимания, где появится участок, застройщики переносят проекты в другие регионы. В основном развитие как раз вот эта зона аэропорта, 450 гектар, это основное развитие. А то, что центр, как бы центр, за счет сноса вот старого жилья, ветхого жилья, вот единственный путь развития города Барнаула. Все чаще звучат идеи о застройке другого берега Оби. Однако и там, и на участке Надежды в индустриальном районе одна проблема – их сырое состояние. Проложить коммуникации дорого и для застройщиков, и даже для властей. Строительство инженерной инфраструктуры силами застройщиков без дополнительной финансовой поддержки практически невозможно в связи с его высокой стоимостью. Так, например, для подключения к системам централизованного тепловодоснабжения и водоотведения в земельных участках, расположенных в городе Барнауле по адресу Павловский тракт, о чем уже говорили, земли Дом РФ, площадью 917 гектар, необходимо порядка 20 миллиардов рублей только на то, чтобы выполнить сети. Поэтому необходима совместная с Домом РФ программа, уверены участники заседания – строители, риэлторы, архитекторы. Однако за этой главной проблемой существует множество других. Дефицит кадров, как рабочих, так и инженеров, нехватка съемного жилья для строителей, особенно в Бийске, недочеты в просчете проектов, отчего в сфере поддерживают создание единой службы формирования заказчика. А еще тормозить ввоз жилья может отсутствие других объектов. В конце прошлого года мы участвовали в совещании в прокуратуре Алтайского края, где застройщикам четко дали понять, что новые решения по строительству домов, новые разрешения, вернее, по строительству домов будет, возможно будет получить только при их обеспеченности образовательными учреждениями. По словам Мишустина, представители Дома РФ должны приехать в Барнаул и представить свое видение развития свободной территории. В край ждут совместных действий. Анастасия Драган, Владислав Ковалев, «День с толком».